Всем привет, ребятушки. Продолжаем четвертый сезон. Осталось у нас половина заездов. Машины мы уже все выиграли, промо прошли. Завершили вот половину гонок на первой позиции. Да, даже... Да, половину, короче, прошли. Осталось вот у нас здесь три раунда. Marra Series, Intel Checkpoint, Skullcandy Drift. Сука, вот это будет сложно. Ну и последний будет заезд 5 раундов в Oakley Race. Думаю, что в этой серии мы его и завершим, если все пойдет так, как надо. Ну что, поехали. Индианаполис, Red Bull, Яс Марино. Опа. Вот, Сирока и Вольво. Давайте. На Сироку мы уже катались, на Вольво еще нет. Поехали. Посмотрим, как себя Вольво это ведет. V30, что ли? Или какая она там модель-то идет? Да, в прошлой серии мы, наверное, перевалили 1000 километров. Индианаполис. Так это этот, Наскар. Наблюдаю за Харрисоном Картером. Блять, запомните его раз и навсегда. Я не собираюсь ни за кем наблюдать. Прикольно смотрит Сточило. Так, давай на внутреннюю уйдем, может быть. Не, на внутренний хуёво. Блять. Блять. Подожди. Что-то я не понял, что там происходит. Найс, говорит. Ты просто охуетительно зашел в тот поворот. Ну что, здесь одного обойдем, по крайней мере, точно. О, кстати. Ну, вот эту связку поворотов я знаю идеально. Сейчас будет там налево, направо, налево, направо. Если это... Вот, да, налево, направо. Блять, нет, давайте нахуй лучше переедем эту связку. Знаю охуетительно, а еду как-то криво, блять. Нет, чуть по-другому. Здесь, вот здесь направо, я знаю, уходить надо было. Здесь, видите, по-другому. Не та трасса. Ну, трек этот... Это же Сильверстоун вроде, GP. Если мне память не изменяет, конечно. А, тут круги это идут, блядь. Я что-то только сейчас до меня дошло. Кстати, Volvo было написано задний привод это. Это очень странно, блин. Не думал, что у них есть они. Ну, ведет она себя неплохо, я вам скажу. Жужжит такая, конечно. Как бензопила, блядь. Но она едет, и причем неплохо едет в натуре. Так, последний круг. По минута 20, что ли, круизируем, да? Ух ты. Так, отставить это все.
Вот этот. Вот это мне все знакомо, вот это. Вот это, что идет внутри, так сказать, этого. Внутри скоростной хуйни этой всей, мне это все здесь знакомо. Ездил тут много-много. Ну, не много, но достаточно раз. Жужжит она конкретно. Отлично. Бруно Силва собрался. А за этим Картером, на тебе, хуило, блядь. Volvo S60. Подиумов 47, побит 46. А где у меня... А где у меня поражение есть? Что он... Так, что-то я не могу вспомнить, честно говоря. Red Bull Ring. Красивые Volvo. Так, на третье место вырвались. На пьедестале уже есть. Но нам нужна победа. Три круга тоже ехать. Ничего страшного. Устояли. Уху-ху. Next lap. Харрисон Картер, блядь. Он в одной расцветке вот этой, да, из своей американской козлины, блядь. Хуй тебе. Лучше пусть Бруно Силва будет вторым, чем ты, блядь. Что-то какой-то он на этой трассе неповоротливый. Как-то непонятно он себя ведет. На предыдущий он многое позволял делать и многое прощал этот автомобиль. Ах ты, блядь, срезка. Какая нахуй срезка, вы чё, народ? Так, последний круг. Вот это да, блядь. Я не пущу тебя, братан, извини.
А, Бруно Сильва уже вырвался, он обошел этого Янки. Причем он нормально от него уже отрывается. Так, извините. Но этот поворот явно надо перепройти. Сколько там, что-то сказали, сколько секунд. Ну все, отлично. Отлично. А, еще одна гонка будет. Где-то там в Чикаго, что ли, будет, где? Рекордная серия побед 18. А, Дубай. А, куйду, Яс Марина. Ошибочка вышла. Так, два круга. Сейчас сразу по внутреннему надо большую часть обойти. Ага, такое, восьмыми стали. Где сейчас четверых, да, троих? Обнаружена срезка, да-да-да, но я и того не пустил. Прям вообще все в огне. Ах ты, блядь! Все, первый круг. Или тут большие круги будут? Нет, еще не круг. Еще ехать и ехать. Так, ну мы сразу от них в отрыв. Вот он, первый круг прошли. Сколько он? 2 минуты почти, да? 1:48. Ну реально выйти из 45 точно, а то даже из 40. Если... А, нормально, срезка. Отработала свое. Хорошая трасса, вот это хоть и ночная, но реально приятная, хорошо освещается, повороты такие, хоть и ебанутые, но это позволяет ехать. Так, половину прошли. Там вертолет где-то летает, а вон он, да.
сверху над трибунами. Да, слушай, 45 точно выйду. Может быть, даже 43. Из 40 туш. Из 40 не выйду, 40. Ну, на 8 секунд улучшил свое же время. Что тоже неплохо. 3.57. Я думаю, здесь хайвей я по-любому сделал. Нет, будет его время, нет? Эх, нету, жалко. Как-то странно, иногда как будто он не участвовал. Ну, задание выполнили. Подписчиков уже свыше 11,5 миллионов. Отличная работа. В прошлом заезде ты показал свои лучшие навыки. Да, это, господи, только начало еще. Какие уж они лучшие там. Стараемся как можем, чё уж. Так, ну мы что, продолжаем следующую гонку. Intel Checkpoint Series. Осталось нам 3-6 гонок. И последняя, финальная будет. Поехали. С Чикаго начинаем. Так, новый, что у нас дали? А, ну, Корвет, мы уже катали его. СРТМ я больше не возьму никогда. Мерседес, это пиздец, без тормозов. А, вот, мы вот эту, наверное, сейчас тачку возьмем. Да, она мне очень понравилась. Сейчас здесь нет ничего еще такого. Ничего такого нет. Значит, однозначно берем Катерхам. И на нем выступаем. Я уверен, что... Никаких проблем не должно возникнуть. Здесь же не дрифт еще заезд, я так понимаю. А тут для дрифта она вообще никакая, конечно, будет. Чикаго. Блять, нахуй я на карту посмотрел. А, здесь что? Контрольные точки. Все, понял. Блять, братуха, соберись. Соберись. Ты нахуй передо мной лезешь, блять. Если ты видишь, едет босс, нахуй лезть. Я вот таких людей не понимаю. Отлично. Слушай, вот эти, они не то что участвуют, они даже, честно говоря, мешают в этом заезде. Для чего они здесь едут? Вот этот хуй, вот зачем? Ехал медленно, блядь. Я его догнал, он начал нестись, блядь, как угорелый. Опять, смотри, едет медленно. Нахуй ты вообще ехал тогда? Не мешайте людям. У нас у всех разные задачи, блядь. У кого-то борьба за первое место, остальные просто здесь для массовки, так сказать. Так, мы пока неплохо идем. Я не знаю, сколько они проедут. А, ну сейчас начнут мне попадаться, когда эти машины останавливаются. Если у нас прям будет дохуя времени, то тоже можно будет, наверное, остановиться. Проехать на 2-3 чекпоинта больше. Либо кто-то еще хуярит. Ничуть это, ну... Не хуже.
Я зря так еду сейчас расслабленно. Какой-нибудь Бруно Силва сейчас там ебашит. По 3 секунды добавляют сейчас, да? А, он 8 секунд дали даже где-то. Назад, сколько у меня времени осталось? Сколько попыток? 2 осталось. Надо аккуратно. Потому что разворачиваться времени точно потом не будет. Чекпоинт я уже знаю, это жопа. Можно, блядь, один чуть криво проехать и просрать все сразу, блин. Как у меня уже бывало, блядь. Держим, 10 километров уже проехали. Трасса мне очень нравится. Читается хорошо она. И самое главное, конечно, что повороты широкие. По две полосы в каждую сторону. То есть по 4, по 5 полос. Охеренно. Широкая дорога. Блин, сколько ехать-то? 10 секунд осталось. Восемь, семь, ну все, кажись. Начинаем приезжать уже. 4, 3. Все, в это уже не успею. 3, 2, 1, 0. 13 672, первый. Окей. А, ну блять, я вообще их намного обошел. Бруно Силва, что ты меня подвел. А, второе место, кстати, Катерман, Люсьен, Калфона, и вот этот француз. 14 километров он проехал. На полкилометра почти больше. А где-то у него вообще нет времени. Или он там не финишировал? Не открывал сезон, и фиг его знает. Побольше бы друзей было, чтобы вот так бороться, статистику смотреть. Мы чё, где? А, тоже контрольные точки. Главное со скоростью не грубить в поворотах, вот в таких. И тогда у нас точно будет первое место, блядь. Багажник что-то едет, открывает там. О. Я вот этих скал, конечно, очень боюсь, блядь. Здесь ведь чуть ошибешься, машина тупо сразу переворачивается, блядь. У тебя там шансов ее как-то выровнять вообще он мизерный. Слушай, ну я уже двоих ботов догнал.
Мне как-то не ботов, а двоих профессионалов уже обошел. Какие же они боты, блядь? Они такие же, нахуй, спортсмены, участники. Вот борюсь с ними. О! Уже кто-то даже останавливается. Да вы гоните, блядь. Ты сука, уйди нахуй. А, ну все, уже первый. 3, 2, 1. Отлично. Отлично. Бах. Хорошее такое завершение об дерево. 5800, да? А, ну нормально. Больше, чем на километр ушел от них. Во, этот меня на 100 метров сделал. Молодец. Тысячу 111 километров. Так, последний год гонка, последний раунд. Пока складывается все как надо вообще. На, смотрите, догоняем опять. Сука. Я уж думал, за мной едет кто-то там. Это на гадюке еле едет, блядь. У меня, конечно, разворот там такой был неприятный. Не туда, не туда. Почему-то я подумал, направо надо ехать. О, останавливаются ребятки уже. Вот он, Люсьен. Все, отлично, мы его обошли. И ладно. Обошли и ладно. Там на 200 метров, наверное, на 100. 4974. Ну, 4... А, на 400 метров вообще. Ну что, 60 из 60 возможных очков. Двенадцать с половиной миллионов фанатов. Вот бы подписчиков столько, да? 13,5 миллионов. 13 300 3 500. Увидеть такую цифру. Так, ну что у нас? Продолжаем. Осталось до финального заезда. Skull Candy Drift Series. Калифорния. Дезур, Гонконг. Так, и на чем мы поедем дрифтить? Камар. Блядь, Ниссанчик мой. Мой Ниссанчик. Но нам надо дрифтить же. А для дрифта мы берем. Для дрифта мы берем Форд Мустанг Босс. Все-таки мистер Босс должен ехать на боссе. И никак иначе.
Ну, давайте попробуем. Эти, наверное, короткие будут. Вон, 1,5 минуты, да, идет. Мне же главное очки нам набрать. Тринадцать тысяч уже есть. Так. Сто двадцать пять тысяч первый, отлично. Сколько второй набрал, мне интересно. Ох, я не увидел, блядь, и назад уже не вернуться. Пятьдесят два заезда. Любимый все Nissan Fairlady этот. Босс, конечно, вообще рулит, блядь. Первый, отлично. Открыто достижение. Педаль ту медаль, блядь. Педаль ту медаль. Нормально, блядь. Педаль ту медаль. Рекордная серия побед 20. Лучший дрифт 167 метров. Так, последняя гонка перед финалом. Блять, впереди такая хуйня. Блять, красивые машины, конечно. Отлично. Так, все, дрифт. Серия, которую я особо не люблю. Даже, блядь, вообще не люблю. Наконец-то мы прошли. 60 очков получили из 60 возможных. Это отлично, блядь. Ну что у нас? Финальный заезд в четвертом сезоне. Из 5 раундов состоит. Надеюсь, там можно будет взять что-нибудь Nissan какой-нибудь. GTR, например, да. Так, здесь у нас все выполнено, все выполнено. Ну что, стартуем. Последний. Все же выполнено. Да, везде первые места. Oakley Race Championship. 5 раундов. Дубай гонка в Барселоне, потом Калифорния, потом Чикаго. И финиш будет в Париже. Так, выбираем машину, на которую мы хотим провести. Хотим мы провести на Мерси вот этом SL65, но нет. Это будет либо вот этот, короче, SP300R. Катерман там или Катерхам, как он там называется.
Да, скорее всего, он и будет, блядь. Жаль, нету той машины, что я хотел. Едем на Катерхаме. SP300R. 5 заездов, 5 раундов, которые нас проведут в пятый сезон World Series Racing. Дубай. Раунд первый, 3 круга. Ну да, ну куда гадюка, блядь? У нее, ну реально нету шансов. У нее реально нету шансов. Блять, вот пидораса. Ну, мы с ним, кстати, синхронно вообще перелетели. Блять, надо было справа ехать. Подвинься, ёперный театр. Эх, вот здесь бы я на Ниссанчике поуходил. Да, блять, это кто такой еще здесь? Харрисон Картер, козел, блядь. Ты зачем так тормозишь? Так, ну мы на втором месте вырвались. Отлично, Бруно, силу извини. Мы даже немножко тебя подправим. Блять. Блять. Колумб там вырвался вперед, да? Да сука, вот этот. За него все. Все, окейно. Мы вырвались. Ну и похерачили. Нас осталось сколько? Где у нас? Да, 1,5 круга осталось до финиша. Первая гонка, в общем, уже за нами. Больше половины дистанции мы уже этой прошли. Убах! Блять. Давай, выруливай. Нормально, мы вырвались. Ух ты, это что такое сейчас было? Что-то отвалилось, да, ведь от меня? Или как будто из меня вышла еще одна машина, блядь, ушла назад. В общем, страхи какие-то были. Хороший поворот был. Все, последний круг, кстати, едем. Полкруга уже осталось даже. Двести по набережной, блядь, деревянной, ё-моё. Надо это сбросить скорость. Ну все. Отлично. Хороший такой, да? Сейчас бабах. Нет, не ушатал машину. Целая осталась. Кто? Колумб, смотри, обошел его. 3.32, 3, на 2 секунды, надо же. А, ну, блядь, я же там Бруно вообще пнул. Он куда-то летел, блядь. 3.12. 3.12, охуеть. Где он, блядь, на 11 секунд меня сделал? А, ну, с каждого круга, если с каждого круга по 3 секунды.
Да, молодец. Ну, есть, да, где я грязный ехал. Согласен, есть там. А Бетве там тормозил. Так, это Барселона, да, ведь? 11-я позиция, охуеть. Почему, блядь, тот хуй стартует с первой? Хотя предыдущую гонку он явно был не первый. Что за Что, блядь? Что за несправедливость такая, я хотел сказать. Бля, ушатал меня тут конкретно, конечно. Ну ничего, это Барселона, мы ее уже знаем как свои 5 пальцев. А, уже на третьем месте. О, Колумб с Бруно Силва борется. Ну и пусть борется, нахуй ты мне мешаешь. Вот козел. А, ну он тоже там перевернулся конкретно. У Бруно Силва был бы хороший шанс. Не в ту сторону. Все норм. Да блять. Что за херня происходит, народ, объясните мне. Во-первых, я реально я не вижу, куда ехать. Стоит такая темень. Вот тут нормально. Все, первое место наше. А круги-то, кстати, большие, минута 20, да? То есть 5 минут гонка займет по времени. Эти два чудика не отстают от меня. Может их как-то это сбить, потому что остальные-то вообще их даже не видать уже на карте. Ладно, надо попытаться уйти просто от них. Пускай они там между собой выясняют отношения лучше. Вот здесь такая темень, блядь, что нихуя не видно. И направо, и сюда. Так, хорошо, да, я от них тоже оторвался. Вот на той связке я хорошо отработал повороты. На круг, конечно, я вряд ли кого догоню. Они где-то прям рядом на грани идут. Надо было в дальний уходить. Ну ладно, оттормозимся там. Вот и все. Хорошо. Последний круг. Я думаю, надо показать самое быстрое время на этом кругу. И предпосылки к этому уже есть. Не такие, конечно. Я сейчас исправлю. Я мог оставить, но я реально хочу показать очень хорошее время.
Общее-то я не знаю, как у меня там получится, нет. Но круговое можно. Так, давай влево сейчас. Но это не здесь надо было. Вот здесь лучше надо влево уйти, да? Да, вот так. Здесь аккуратно. И тут вот будет хороший такой поворот. Скоростной. Все отлично. Минута 14:14. Ну, реально выйти вообще из минуты 10. Да, минута 14:14 лучшее время. Да, он меня и здесь 7 секунд сделал. Молодец. Даже там 8 вроде было. Подиумов 50. Прошли отметку 50. Калифорния, Биг Шур. Не видел, сколько ехать. Бесит, что эти два придурка мне все не стартуют первый, второй. С какого перепуга, блядь, они так стартуют? Походу Бруно Силова там откатил. А, не, второй идет. Там, походу, все откатились, блядь. Ну, извините, это игра, блядь. Это соревнование, и я ничего не могу с этим поделать. Нам надо выигрывать и всегда быть на подиуме и желательно на первом месте. Блядь, хуёвый поворот был. Вообще хуёво все началось вот здесь, да. Лучше оттормозить и спокойно. На релаксе, без газа. Раз, два. И все. Блять, вот эта трасса, Калифорния. В Калифорнии, блять, честно, как в Испании, ё-моё, у нас такие же повороты. Только здесь отбойников нету. А, вон стоят, есть. Это какая-то заправка, что ли, была? Да, заправка. Можно остановиться было, пожрать, видимо. Так, 2 минуты мы уже в пути. Проехали половину гонки. Гонка длительная, да. Очень нервная. Океан красивый. Что-то у нас Тихий океан с этой стороны. Какой-то он действительно спокойный. Где волны? Где мощь? И освещения не хватает. И дальний свет нельзя включить. Жалко, блядь. Я ненавижу ездить ночью. Ночью не на... Вертолет летит он. Привет! Во. Вот такую бы трассу сделали освещенную, как этот участок был 100 метров. Все, финиш уже вижу.
Отлично. 3.09. Слушайте, ну здесь я должен обойти этого хайвея. Потому что реально гонку хорошо прошел. 3.09. 60 очков. Так, три гонки выиграл. Да, обошел 3.09 на 6 секунд, блядь. Отлично. Ну что, осталось две гонки до завершения четвертого сезона. Лучший дрифт так и держится, 167 метров. За GTR вроде. 166 был у Мерса 190-го. Так, Чикаго, раунд четвертый, три круга. Предпоследний раунд. Наблюдай за Колумом Кирквуд. Нахер? Нахер он идет гулять? Чикаго. Ух ты. Отлично. Хорошо меня там. Четвертая позиция уже за нами. Третья. Отличный обгон, он говорит. Это мы Бруно Силву обогнали. А, нет, Харрисон Картер. Второй. Отлично. Все, за этим можно не наблюдать. За кем сейчас наблюдать, скажи-ка мне. Все. И за этим, и за Бруно Силву тоже не надо наблюдать. 48 секунд не понадобилось, чтобы, грубо говоря, с последнего места пробраться на первое. Так, первый круг готов. А, ну, за первый круг всех сделал. Минута составляет круг. Вот. Поехали, нормально. Ручник. Не надо. Будем знать, что этот поворот ручник не обязателен. Просто лучше оттормозиться и повернуть, блядь. Или даже вот сбросить газ, и он тоже хорошо выруливает. По широкой дуге, конечно, но он это делает. Пару-па-па-пам. Чикаго тоже как этот, как в Питере. Очень дохера мостов, конечно, этих разводных. Я в Чикаго сколько? Дней 5 я был в Чикаго, да. Проездом. Ну, 5 дней я потусил там. Была там одна история, блядь, это пиздец. Ах ты, вытянули. Ну все, осталось буквально. Все, осталось четверть. Дистанции, два поворота и финиш. Отлично. Первый. 80 очков. Ну что, последний у нас. Ух ты, обошел опять хайвей, отлично. Побед 49. О, так это сейчас будет 50-я победа, видать. Лучший дрифт 167 метров, все то же самое, подиуму в 50. Блядь, где-то у меня, видать, есть как-то. Что-то есть какая-то херня где-то, короче. Париж, авеню до Нью-Йорк. Два круга. Пятый раунд. Да. Наблюдаем за Колюм Кирквуд. Там будет.
Помним, помним. Первый он идет даже на, даже. Шанг Сука. Смотрите, на 9-й позиции. Нахер ты это, с такой фамилией живешь вообще? Извиняюсь. Так, у нас 8-е место. Два круга. У нас 4-е место, и все те же два круга. Отставить. Назад. Ну, у нас уже 3-е место. Так, оттормаживаемся. Калюм, это англичанин, блядь. Тоже те еще пидорасы. Хуже американцев, блядь. Ну не хуже, но из той же серии. Хороший поворот. Ну что, это первый круг. Еще едем. Такой затяжной. Затяжной круг. Ух ты, блядь. Подожди, отставить назад. Едем здесь дальше. Так, и лучше, короче, на внутрянку там было уходить. Запомнили. Арка триумфальная с брусчаткой с этой. Ну и выходим на второй круг. Поехали. Отличная позиция у тебя, говорит, братан. Круг. Да, слушайте, долгий сезон был, 4-й. Растянул я его на сколько? На 3-4 серии. А, ну реально много гонок здесь. Ни в одном сезоне столько не было еще. Даже здесь гонок столько же, сколько, наверное, в третьем и во втором вместе взятых. Получается. Здесь реально 9 заездов по много раундов, дуэли всякие там. 9 машин я получил за раз. Ну, не, блядь, я имею в виду. Выступал за них, конечно. Ну, очень много гонок. Промо было, 4 гонки. Короче, жесть. Короче, жесть. Ну что, уже половина дистанции, меньше минуты, осталась минута до финиша. До окончания 4-го сезона. Все по кругу площади. Вот они, ребятушки, салют. Встречают. И финиш. Задом доедем, нет? Отлично. Прекрасная работа, мистер босс. 100 очков из 100 возможных. Три сорок семь пятьсот. Это я еще развернулся и финишировал задом. Отлично. Хороший заверш сезона. Нахуй мне этих показывают личности. О, мистер босс здесь рулит. Каждую гонку, весь сезон, каждый круг, блядь.
Выполнено задание. Что, 14 миллионов подписчиков. 14,5, 15, 16, 17, 18 миллионов. Охереть. Вы уже вошли в эту историю гонок. Пятый сезон. Так, ну давайте выберем награду, наверное, да, и пятый сезон мы продолжим уже в следующей серии. Пагани, Хуяра и Макларен F1 GT. Конечно, мы возьмем Макларен F1 GT. Так, что у нас, спонсор добавился новый? Нет, нет. Или что нам надо поменять? Да ладно, пускай будут все эти спонсоры. Чего им надо? Ну все, давайте посмотрим, что нас ждет впереди. Значит, состязание 2 авто, промо-акция. И здесь будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тоже 9. 9 чемпионатов, как бы, этих в пятом сезоне нас ждут. И состязание за авто. Ну все, всем спасибо за просмотр. Давайте увидимся завтра. Всем счастливо.